Уважаемые жители города, я хочу пожелать вам, чтобы вы надевали шапки, теплые куртки в связи с холодами. А автомобилистам хочу пожелать, чтобы они скорее переобулись и чувствовали себя комфортнее на дорогах. У меня дома есть кошка Муся. Ей 3,5 года. Порода она шотландская вислоухая. Она очень красивая. Она хозяйка. Иногда она играет со мной в догонялки. Привет моей бабушке Вале, бабе Наташе. И чтобы они жили счастливо и долго, чтобы у них все было хорошо. Я хочу передать привет своим друзьям Ване, Владу, Егору, еще одному Егору. Это мои лучшие друзья. И хочу передать своей маме Инессе, своему отцу Вячеславу. Всем, короче, моим близким людям хочу передать привет. Я хочу передать привет маме, папе, лучшей подруге Оле. Я хочу пожелать радости, успеха, счастья своим близким, родным, ну и всему городу, пусть я буду счастлива. Хочу передать привет Андрею Махмудову, Карине Трофимовой, Даше Пронькиной и всем тем, кого я знаю. У меня есть кошка Белла, она большая. Порода мейн-кун с очень красивой окраской. Еще она иногда бывает очень злой, и аквариум с рыбками. Они все очень красивые. Играю с ней. Иногда она приходит ко мне на кровать, когда я сплю. У меня есть кошка, ее зовут Маша. Я с ней играю. Я с ней бегаю, играю с игрушками с нее. Я хочу передать привет Кириллу Новикевичу, Карине Трофимовой, Даше Бейхер, Даше Пронькиной и всем-всем своим друзьям. Здравствуйте, я хочу передать привет своей маме, друзьям, папе, всей семье моей. И пожелать счастья, здоровья и хорошего настроения. Я хочу передать привет всем своим близким, своей маме, своему папе, своей бабушке, дедушке, своему классному руководителю Татьяне Юрьевне, также всем учителям, которые у нас есть в школе. Всем огромный привет.